цветочки держите. Лишнюю чашку внеси. Только не пускай. Дай-ка мне еще налей. Сюда кружку давай. Все. Все, други наливай. Бери кружку. Куда много там хватало, ты сейчас заблудишься. Ксюша, половинка. Это Соня. Ой, это да, это Маша. И это Фося. Сюда делать почему? Кирилл. Половинку Ксюша. Это кому? Это Фося. Ну еще встретили? Доброе утро. Доброе утро. Принимайте. Здравствуйте, это Кирилл, помоги там что-то. Вещи вот сюда поднесите, потом вытащите. Шофер отпустите. Так, Алексей, приглашаем за стол. Слава Богу, да мы сейчас. Ты никогда так не ел. Это трава, мозг, комарики. Так, сразу за стол. Три поклона и за стол. Давай. Три поклона и за стол. Вот у нас там крест, видите, распятие какое. Так, Наташа, за стол приглашаем. Нет, слава Богу. Мы домой. Благодарим. Спасибо, Христос. Слава Богу. Спасибо, Господь. Три поклона. Читай, Отче наш. Отче наш, ты же и сын небесный, царствие твое, да будет воля твоя, я на небеси и на земле. Ты наш насущный, дашь ты нам весь, ты остави нам долги наши, якобы мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Все, доехал благополучно? Да. Давай, садись. Хорошо. Я забыл. Так, спать будешь или нет после приезда? Или на работу сразу? Заноси по одной. На работу. Выбирай что? На работу. На работу, значит, умаешься, тебе хорошо спать будет. Так, садись за стол. Вон там около Виталия. Виталий, дай место. Покажи ему, где ты. Садись. Я свободен. На палатку с ногами не залазит, только если снимать с себя лишнее. Вещи отнесут потом. Все, садись. Здравствуйте всем. С той стороны заходи. Очень приятно. На, не руки помой. Что, давай ложь. Все, маленько, ополоси. Все, садись. А в окно обходи вот сюда вон. Вот. Ногами на палатку не надо, сейчас подадут. Это мы от комаров ушли. Там комары заедают. А когда ветер, тут комаров нету. Будешь сегодня с нами на трассе работать, дети, второй день. На стол не облокачивайся. Ты не положил? Так, сейчас туда. А верните, на бочок маленько, боком разверните. Ну, как Виталий ест. Так, помпушки ешьте. Вон, девочки, да дай. Помпушку передай Нестору. Мам, можешь? Нестору! А, ты не будешь? Отдай. Они сели, эти девки, девушки мои. У юбки прижали, я не знаю, кто какая. Ну-ка, поднимись, я посмотрю, кто ты. Это ну-ка. Маша. О, это Маша. Все, трехэтажная. Давай, ешь до сыта. Да, я отключусь. Надо выше то здесь, М, а там F. А, да.
А то что, зайди. Удобно. Остатки сладкие для повара. Вот хорошо в остатках. Ложку никогда не надо не наклоняться, не надо ее ронять. Кружки не опрокидывать. Вот так я держу, ну, показать, что там ничего нету в них. Должно быть все чисто. Чашку поел, облизал последнюю, вот так показал, смотри. Роман. Дежурному показал, тот махнул рукой, тогда чашку опрокинул, после второго. Если много, показывай мне первое, или пополам. Но если уже начал хлебать, добить до конца и зарезать. Игнат Тихонович, я пойду тогда, приготовлю все. Давай. Вытаскивай все, батюшки, за те, которые ты тележки возить. Обе тележки туда подвези, но только не на трассе оставляй, сбоку сверни. Я понял. Спасибо, Христос. Я почти сейчас же пойду туда, потому что деревенские раньше приходят, надо работу дать. Ну, остальное, Володя, сам знаешь. Ешь. Так, Никита, приведешь пасту всю эту, все пока на этом. А Володя тут закончит все, отдаст указания и придет.